Здравствуйте! В программном обеспечении Windows 7 при нажатии на иконку «Компьютер» нет отображения строки «Меню», с помощью которой, не заходя в панель управления, мы сможем проделать некоторые изменения в папках или файлах. Теперь рассмотрим тему, как самому можно добавить эту строку в меню. Итак, все по порядку. Нажимаем на рабочем столе значок «Компьютер» и в открывшемся окне видим, что отсутствует строка «Меню». Теперь мы ее добавим. «Упорядочить» нажимаем, «Представление» и левой клавишей мышки нажимаем «Строка меню», добавляем галочку. Все. Как видим, строка меню появилась. Теперь мы можем работать непосредственно с папками, с файлами, применяя эту строку меню. Вот, к примеру, открываем сервис, параметры папок, не надо заходить в панель управления, нажимаем ее. И здесь мне необходимо, примерно, чтобы открывались папки или файлы одним щелчком. Открывать, применить. Окей. И другие параметры можно устанавливать здесь через сервис, параметры папок, вид и так далее. Все, закрываем. Вот так быстро каждый может проделать такую работу. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.